Рождественские святки завершаются 12-м праздником Крещения Господня. В этот особенный день, 19 января в 19:00, киноцентр «Современник» приготовил поистине волшебную встречу для детей и взрослых. Вас ждет спектакль-читка рождественских рассказов под аккомпанемент живых инструментов. Василий Никифоров, Волгин, «Серебряная метель». «Дары Арбата», Георгий Петров. Евгений Поселянин, «Николка. Святочный рассказ». И песочная анимация в течение всего спектакля. Продолжительность 50 минут. Билеты в кассе киноцентра «Современник». Подробности по телефону 38-94-63. Адрес: Смоленск, улица Октябрьской революции, 15.